Добрый вечер, большая страна. Мы с вами отправляемся в Новороссийск на местный стадион Центральный в заключительном в этом году туре МЛБет Первой лиги. Тур под номером 20 «Черноморец» принимает дома «Нефтехимик». Команды, у которых в последние недели, а может быть даже и в последний месяц, дела складываются, мягко говоря, не очень здорово. Подожди, немного соскучился, потому что в Москве очень и очень, например, снежно, как и в большей части России. Поехали, друзья, начинаем мы последний матч «Черноморца» и «Нефтехимика». Смотрим. Нет, все-таки Морозов слева! Сумасшедший гол! 1-0! Нижнекамск выходит вперед. 4 матча они молчали, чтобы нам показать вот такой вот голешник. А мы только рады этому, потому что сумасшедший красивый мяч забивает Кирилл Морозов. 1-0. Но бесподобный гол. Бесподобное чумовое исполнение штрафного. Кирилл Морозов. Как в детской игре, заморожу, взял и заморозил наше внимание. Ну, Першин, может, был, наверное, был поспокойнее сыграть. Что называется, подсунул мяч Липовому. Удар сходу Голубев. Хорошая атака, Иван Маклаков отличный удар наносил. И угловой здесь в пользу «Нефтехимика». Наверное, самый яркий показатель того, что матч далеко не супер веселый получается, это, конечно, статистика удар. Ох, хорошо сейчас Делькин выскакивал. И положения вне игры нет никакого. Антонов, Гараев, и не будет гола здесь. Так спокойно шла атака «Черноморца». Делькин здесь здорово выскакивает. Хорош Голубев. Ну, а дальше просто нужно было добить. У Гараева удар не очень здорово получился. Там не очень часто играл. Ну, и вот сейчас в «Нефтехимике», но долго тоже у него была тяжелая травма. Очень долго он восстанавливался от нее. Вот Султан, хороший прострел, Базилюк. Поправить здесь не получается, но еще и Гречкин здорово до конца вблизи своих ворот дорабатывает. Вот стартовые 6 минут, очень насыщенные такие у нас получаются в начале второго тайма. Но будем надеяться, что примерно так же команды и будут продолжать играть. Такое, кстати, дагестанское трио в центре поля. Бакаров, Магомедов, Саду. Ух ты! Делькин рядом. Но говорим Дагестан и, конечно, вспоминаем, что 1 декабря, друзья, суперматч. Сборная ФНЛ против сборной медийной футбольной лиги Анжи-Арена Каспийск. Перевод мяча вперед. Делькин. Делькин здорово мяч корпусом накрыл. Передача Антонов. Моментище. Шанс самый реальный у «Черноморца» на то, чтобы сравнять счет в этом матче. Антон Антонов очень классно. «Черноморец» перестроился. Антонов сейчас вторым туда в атаку все-таки пошел. Султан Джамилов. Здорово, Джамилов мяч принял и набирает скорость. Хорошая атака. Кокоев успеет к мячу, Фролкин. Подниматься. Кокоеву и удар от ворот еще здесь будет. А Фролкину очень больно. Фролкину здесь очень больно. Чего там возмущается Кокоев, мы сейчас, конечно, я думаю, на повторе, если он будет, увидим. Да, вот и повтор коллегам, большое спасибо. Джамилов, хорошо он здесь, а может самому пробить, в центр стреляет. Нет там никого. Тем не менее, еще момент, и снова удар, и выше мяч летит. И мы же, и здорово это было. Классно подключился к атаке Сидиков сейчас. И все, звучит финальный свисток. 1-0. «Нефтехимик» в последнем матче 2023 года одерживает победу на выезде, обыгрывая новороссийский «Черноморец» со счетом 1-0 благодаря голу Кирилла Морозова. Вот он крупным планом на наших с вами экранах.